Погромче телевизор и разомните мышцы лица, потому что им сегодня придется поработать. Павел Воля, Убойная лига, здрасте! Каждую субботу шестеро гладиаторов поднимаются на эту сцену, чтобы продемонстрировать свои сверхъестественные способности в юморе. Когда платят деньги за юмор, я считаю, это сверхъестественно. Это Убойная лига, долгие, бурные, продолжительные аплодисменты, крики «Браво! Ура! Я хочу от тебя ребенка!» Человек, который спасал Брюса Уиллиса, когда тот спасал Землю. Самый благородный из супергероев, рэпер и держатель банка Владимир «Железный кулак» Турчинский. А судить наших участников будут сегодня те люди, чьи деньги живут в отдельных квартирах в городе Москве. И только туда они приезжают, чтобы пополнить свои финансовые благополучия. Аплодисменты. Это наши судьи. А прекрасный человек, замечательный семьянин, самый мощный среди лысых людей шоу-бизнеса, теле- и радиоведущий, после 15 лет работая на попсовой радиостанции «Европа Плюс», наконец-то двинулся в бизнес и автомобилизм. Григорий Погосян. Между прочим, Владимир, а чемпион Москвы среди ветеранов по самбо. Коллега практически. Я знаю. Ну а теперь девушка, которая в ветеранах даже и не значилась, потому что молода по возрасту. Отдельно, как певица, только начинает свою карьеру, несмотря на то, что мы ее все прекрасно знаем. Девушка, которая оставила великую группу, и эта группа перестала быть великой, Юлия Ковальчук, певица. Человек, при котором ни женщины, ни футболисты даже не пытаются симулировать, потому что его не проведешь. Михаил Марфин, главный судья. Ну а теперь люди, которые, в отличие от граждан Израиля, работают только по субботам. Наши гладиаторы, под ваши аплодисменты, Вова. Денис Косяков, Зеленоград. Зеленоград – это под Москвой. Сегодня золотой состав. Лангепас, Екатеринбург. Дуэт «Красивые», Красноярск. Здрасте. Все по-прежнему, корпоративки, свадьбы. Новые года, новые года, как обычно. Звоните. Евгений Медведь-Мазочкин, «Планета Земля». Дуэт «Братья Карамазовы», «Самара». Зильберман. Костя Пушкин, «Ухта». Ставки сделаны, господа. Ставок больше нет. А фото на паспорт сделано. Дорогие участники, сегодня в зале присутствуют медсестры, поэтому, если хорошо будете шутить, думаю, осуществится мечта многих. Осуществить с медсестрой. Многие об этом и мечтают. Первый раунд, Владимир, правила. Показываю члену жюри. Приходится по 12 тысяч рублей. А это значит, что каждый гладиатор максимально в первом раунде может заработать 36 тысяч рублей. В том случае, если понравится нашим членам жюри. Если не понравится, ничего не заработает. Первый раунд. Здрасте. Открывает первый раунд Денис Косяков, Зеленоград. Здравствуйте. Пожалуйста. Здравствуйте. С вами Ванесса Ибрагимовна. Сиреневенький, бесперспективняк, глазовыколупывательница. Итак, я доказал вам, что я трезвая, а теперь новости. Владимир Путин удалил Михаила Саакашвили из друзей в Одноклассниках. Имидж Тимати признан кожным заболеванием. Предки Джорджа Буша владели предками Барака Обама. Николай Валуев заставил посидеть маленькую девочку, просто подмигнув ей. Врачи-географы зафиксировали варикозное расширение Венгрии. Неожиданные новости. Смысл жизни Рокко Сифреди стерся на 2 сантиметра. В Тульском зоопарке дети кормили тигра и внезапно кончились.
Скандал навела гонки Тур де Франс. Человек в желтой майке догнал лидера и попытался продать ему сотовый телефон. На сочинском пляже маленький Ашотик не только построил песчаный замок, но еще и сдал его на лето отдыхающим. У шахтеров Кузбасса такая высокая зарплата, что им проще купить уголь в аптеке, чем лезть за ним в шахту. С вами была Ванесса Ибрагимовна, спасибо. А нет, тут еще. Роман Трахтенберг топит свой камин игрушками, отнятыми у сирот. У Джорджа Буша на карте отмечены крестиками места, где клад. Каждый вечер кассир в Макдональдсе обязан съесть все пирожки, которые не успел продать. Девушки с Ленинградки учатся жизни у ГИБДДшников. Теперь они тоже берут 500 рублей просто за расстегнутый ремень. Радостная новость. В Сочи построен первый олимпийский объект, но там постоянно заканчивается бумага. По традиции, во время финальной сцены концерта «Песня года» все певцы незаметно пинают Филиппа Киркорова. И, наконец, радостная новость. Вчера случилось чудо. Черно-белый ксерокс сделал цветную копию фотографии Дмитрия Медведева. Ура, ура, ура! Спасибо. Ну что ж, вот такое начало. Много информации. Часть из нее по-любому смешная. Сколько денег заработал Косяков? 24 тысячи. В банке 24 тысячи рублей. На сцене «Лонгипас» в Екатеринбург. Здравствуйте. Здравствуйте. Друзья мои, современные условия нашего с вами обитания в этой жизни требуют поменять немножко какие-то штуки и адаптировать их вот к нам с вами. Поэтому я предлагаю вам современные пословицы и поговорки для нас с вами, для нашего времени. Дурная голова и раку покоя не дает. На Лохматова и Зверев бежит. Главное не победа, а главное голландцев 3-1. Будешь много знать, скоро свассерманишься. От ЕГЭ и кони дохнут. Все, что не делается, все в Китае. Хочешь разнообразный секс, умей вертеться. Заставь таджика ремонт делать, он дешевле сделает. Мал Соболев, да красив. Не бреешь ноги, не стой на дороге. Одну ипотеку не возьмешь дважды. То, что меня не убивает, я больше не покупаю. Тише едешь, больше палева. 7 раз отрежь, 3 пальца останется. Газопровод до Киева доведет. Зовут Джордж Буш, считай калека. Чем бы Эму не тешилась, лишь бы не вешалась. Один в поле не Березуцкий, Березуцких 2 в поле. Ну и, наконец, не плюй в Валуева. Все. Спасибо, еще увидимся. Народные мудрости, пословицы очень современно. Лонгипас хороший парень. Пожалуйста. А певица Юлия Ковальчук? А певица. Я абсолютно не претендую на роль юмористки. Я вообще считаю, что мужской юмор гораздо острее и интереснее, чем женский. Поэтому мне кажется, 24. В банке 48 тысяч рублей. Прекрасно. На сцене дуэт «Красивый» Красноярск. Здравствуйте всем. Всем привет, друзья. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, друзья. А теперь представьте. Ведущий корпоративных вечеринок пришел домой. Поздно. Что-то я... Где же его черти носят? Сейчас он придет, запоздал, я ему таких... Запоздал я что-то поздновато. Ладно. Задам. Коньячку. Приперся, гад. Здравствуй. Добрый вечер, добрый вечер. Меня зовут Игорь Куликов. Сегодня 12 число 2008 года. А это значит, что здесь, именно сегодня, в городе Красноярске, на улице Проспект Мира, 15, квартира 3, состоится самое замечательное событие этого года. Я говорю о семейном разбирательстве. Скандал. Ваши аплодисменты. Сегодня в нашей программе будет много криков, требований отдать зарплату за месяц, вопросы, ты где шлялся, и угрозы уйти из дома. Но это будет чуть-чуть позже. А прямо сейчас я предоставляю слово идейной вдохновительнице скандалов в нашей семье Елене Куликовой! Ах ты засранец! Почему я должна тебя здесь ждать? Я холодильник открываю, он пустой, я пустоту наварила, никто не ест, кто будет есть, почему ты не пришел? Я штаны все заштопала, они порвались, потому что сама их одна ношу! Правильно мать говорила, зачем выхожу за этого болвана? Спасибо.
спасибо Елене за теплые слова. Хочется действительно сказать, что пока такие слова и такие люди существуют в моей квартире, скандалы будут продолжаться. Итак, а у нас на очереди конкурс, и первый конкурс называется «Попади ведущего». Раз, два, три, забери поехали! Забери свои вещи, засранец, вот тебе бритва твоя, забери свои штаны, забери свою посуду всю, забери свой носок! Забери свой носок! Да что с носком? Попало мне приз! На, рожки! Рожки, рожки, рожки! Ну что ж, настало... Рожки, рожки! Итак, настало время первого тоста. Настало время первого тоста, и первый тост предоставляется... Извини, я забыл, как твою мать зовут? Ольга Варфоломовна или Варфоломеева? Варфоломеевна, ты мать мою забыл, как на, зовут? На, ну, да, ты, окончание на. Итак, дорогие друзья, слово предоставляется Ольге Варфоломовне, да. Она на даче. Ну что ж, дорогие друзья, мне только что сообщили, что ее нет, но я надеюсь, кто-то передаст, что и без нее наш замечательный скандал прошел просто замечательно. Ну что ж, и вот под эту замечательную мелодию наш скандал подходит к своему логическому завершению. И у нас традиционный гимн скандала. Сейчас я раздам всем текст гимна. Итак, поехали. А помнишь, как все начиналось? Был год 78-й. Любили друг друга, клялись друг другу в любви огромной, большой. Но вот 30 лет пролетели, и вдруг настал тот час. Ты стала старухой, ты стал импотентом, и нету любви. Жену обижает! Скандал того найдет! Ну что, дорогие друзья, с вами был Игорь Куликов. Увидимся через две недели. Я в спальню. Ты в спальню? Я в спальню, ты да, я в спальню. Ты... Ну что ж, дорогие Пошел. Друзья, Илья Соболев, Роман Клящев. Дуэт красивые. До свидания. Спасибо. Экспрессивно, актерски, за деньги. Но дело в том, что на самом деле мне, как часто тоже ведущему корпоративных вечеринок, это очень все близко, естественно, поэтому, наверное, 36. 84 тысячи рублей в банке. На сцене Евгений Медведь-Машечкин. Планета Земля. Хорошо. Здравствуйте. Очень много женщин. Мне будет тяжело, потому что сегодня я хотел поговорить о холостяцкой жизни. Как живет холостяк? Холостяк, холостяцкая жизнь. Ну, вот скажу вам вот так, да, то, что в квартире холостяка, ну, чтобы вам было понятно, женщины, все так же, как и в вашей сумочке. Понимаете, да? Ни черта не понятно, где что находится, но, по мнению хозяина, все очень удобно. Многие считают, что холостяк, он живет один. Это не так. С ним живут его вещи. Понимаете, да? Вещи. Главный член семьи, знаете кто? Холодильник. Ну вот для вас, вот то с мамой, с папой, холодильник это холодильник. А для холостяка холодильник. Это холодильнище. Пельменехранилищах. Это все, понимаете? То есть это вот как он стоит? Начнем с этого. Как он стоит? Да, вот его грузчики заносят и говорят, мы, значит, ну в коридоре его пока поставим, а вы потом, когда вам нужно будет, перенесете его туда, где он должен стоять у вас. Вот так в коридоре он и стоит. Причем боком. И дверь постоянно вот так об стенку бьется, когда открываешь. И вот из кухни вот так тройниками вот этот провод идет, подвешенный вот так к этому холодильнику. И ты в туалет идешь, перешагиваешь. Обратно идешь, перешагиваешь. И вот так три раза перешагнул и понимаешь, что еду ты заслужил. Все по-честному. Холостяк никогда не купит холодильник, который пищит. Знаете, да? Пищит. Потому что у нормального мужика на выбор продуктов должно быть столько времени, сколько ему надо. Или вы думаете, что так легко сделать выбор? Например, у тебя в холодильнике только яйца и лук, а ты хочешь бутерброд с колбасой. Тут два варианта. Либо ты должен расхотеть колбасу, либо на пятый раз открывание она как-то там должна появиться. Холостяк верит в чудо, понимаете? Кто еще живет? Кровать. Кровать холостяк никогда не застилает. Знаете почему? Потому что она самостоятельная. Он сам по себе, она сама по себе. Кровать должна стоять так, чтобы можно было рукой дотянуться до холодильника, а ногой до выключателя.
У холостяка всегда праздник. Всегда. Ну, во-первых, гирлянда висит с Нового года. Ну, не снимать же, ты же ее вешал как-то, правильно? А во-вторых, можно всегда открыть холодильник, и там наверняка у какого-нибудь йогурта день рождения сегодня. Привет, мне 3 года, чувак! Отдыхаем! Холостяк всегда развивается, он постоянно, он идет с прогрессом, понимаете, да? Перегорела лампочка в туалете. Что, все, жизнь покончена? Нет. Учимся писать в темноте. Все в порядке. Или есть еще вариант выкрутить лампочку в коридоре, да, и повесить ее, ну, вкрутить в туалете. Почему, вот почему у холостяка всегда хаос? Это все умышленно, друзья, я вот объясняю, секрет раскрываю, умышленно. Холостяк специально раскидывает носки везде, вот вещи, всегда. У него должен быть хаос, знаете для чего? Для того, чтобы ни одна женщина не чувствовала себя как дома. Женя, а где фен? Ты главный! Где фен? И ты его так раз, вещи все раскидываешь, вот так вот, раз, раз, его брал. Вот, вот на, возьми фонарик, иди в коридоре поищи. Помните, да? Лампочка постоянно в динамике. Она самостоятельно, неизвестно где находится, на кухне, в ванной. Холостяк никогда не знакомится с девушкой ради секса. Нет такого у нас. Да ладно. Нет, нет, серьезно, Володь, знаешь для чего? Для того, чтобы с утра она посуду помыла и поесть приготовила. Но здесь все по-честному, дашь на дашь. Мы вам, вы нам. Многие женщины говорят, что холостяк, ну, плох в постели. Но есть такие мнения, холостяк плох в постели. А мы говорим то, что типа, ну, алкоголь, ну, там, понимаешь, выпил много, там, 3 часа ночи, я устал. Все, открываю секрет, открываю карты. Просто, женщины, поймите, если мы в постели будем супер, то вы же вернетесь. А нам это не надо. Дальше, очень важно. В квартире холостяка живет женщина. Есть одна женщина. Она живет с ним с 92-го года. Это в коридоре плакат такой большой. Кого там, я не знаю, Синди Крофорд, да? Синди Крофорд, вот она висит. И холостяк с ней общается. Он, я все, я пошел, я, значит, ну, короче, буду поздно. И ни слова не скажет. Идеальное отношение с ней, понимаете? Пришел с женщиной, она в комнату, а он... это, ну, ты же понимаешь, на одну ночь. На одну... Не ревнует, никогда. Все. И вот наступает такой момент, когда холостяк возвращается домой не один. Ну, нет, он до этого приходил не один, но в этот раз как-то, ну... По-другому, что ли, пришел. Ну, то есть он не обнял холодильник. Он не поговорил с Синди. Он просто пошел в спальню, а с утра приготовил ей завтрак. А потом отдал свои ключи от квартиры. И вот здесь начинается. Выясняется то, что как бы на полу есть нельзя. Холодильник должен стоять на кухне. Оказывается, холодильник надо размораживать. Оказывается, у пульта от телевизора есть свое место. Пультовое. Где оно там? И вот, значит, друзья мои, самое интересное то, что в этот момент все, что ты вот создавал вот этими руками, долгие годы рушится. И ты подходишь к своей Синди и говоришь: Синди, ты понимаешь, ну, как бы это не твоя вина. Ну, просто так получилось, ну, две же. Ну, в общем, и все. Скручиваешь и кладешь ее на шкаф. Но потом, поверьте мне, уважаемые холостяки, если вы здесь есть, то через 2 года, может быть, через месяц, через 2, вы обязательно захотите вспомнить ту холостяцкую жизнь и достанете плакат Синди Крофорд со шкафа. Хотя бы на пару минут. Спасибо большое. Это Евгений Медведь. Спасибо. Я думаю, друзья, вывод один. Жене надо жениться. Нужны деньги на свадьбу. Я просто не очень люблю неопрятных мужчин, а все, что вы вот такое вот рассказали, это мне такой синоним неопрятности. Художественно все отобразили глубоко, ярко и, самое главное, достоверно. 24. Спасибо. Спасибо. Прекрасно. Певица разговорного жанра. Это очень здорово вообще. В банке 108 тысяч рублей на сцене братья Карамазовы, Самара. Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте, здравствуйте! Эй! Юмор бывает разный, юмор бывает странный, немного странный юмор от братьев Карамазовых. Шоу «Интуиция». Добрый вечер, дорогие друзья! Это шоу «Интуиция». И сегодня с нами играет Антон Рудольфов! У вас, наверное, опечатка, правильно, не Антон Рудольфо, а Семен Бздых. Семен Бздых, ваши аплодисменты! Антон! У нас сегодня будет странная игра, немножко сюрпризов. Давайте начнем. Итак, давайте. Кто из присутствующих здесь конь?
Я думаю, это вон тот ёрш. То есть вон тот конь вас не смущает? Смущает, но я думаю, что это ёрш. Ну что ж, давайте узнаем. Уважаемый ёрш, вы действительно конь? Что? Паспорт покажи. И вы угадали, редкое имя для Ершана, его действительно зовут конь. Ну что ж, следующий вопрос. Ага. Кто из присутствующих здесь быстрее решает кроссворды? Ага, у меня два варианта. Шандыбин и Ёрш. Но так как Ёрш уже был, остается Шандыбин. И вы опять угадали. Действительно, Шандыбин быстрее решает кроссворды. Зато Ёрш решает их правильно. А. Угу. Итак, следующий вопрос. Кто из присутствующих здесь быстрее растет? Шандыбин. Ага. Конь. Ёрш, ага. Или Катенька Гамова из второго Б-класса. А что сейчас происходит? Катенька вам подсказывает. Придется снять вопрос, была подсказка. Осторожно. Откройте там дверь, пусть Катенька вырастет на улицу. Ну что ж, продолжаем. Следующий вопрос. Кто из присутствующих здесь пришел с кем? Чё? Повторю. Да. С кем из присутствующих здесь пришел кто? Не понял. Хорошо. Из кто присутствующих пришел кем? С. А, я конь думаю, ершом вместе что? Угадали вы и. Давайте последний вопрос. Последний вопрос. Отгадывайте его, зарабатывайте свой миллион. Да. Итак, внимание. Через сколько лет вы умрете? Ну, я думаю, лет через 50, если ничего не случится. И вы получите свой миллион, как только мы узнаем правильный ответ. Спасибо. Это было шоу «Интуиция», друзья, оставайтесь с нами. У психиатра. Мне часто снится один и тот же сон. Будто иду я по полю, рожь колосится, пахнет свежим клевером, сеном, креозотом. Иду я и вдруг вижу дверь. Лифт. Дверь. Ну, в общем, не суть, иду такой дальше. И вдруг жара такая. С меня течет, солнце палит, сахар в руке тает. Думаю, может, латы снять? Потом думаю, не, обгорю, солнце же. Ну, в общем, не суть. Иду такой дальше, и вдруг вижу, краснодевица лежит. Загляделся я на красу русскую, на косу длинную, на руки тонкие, на губки алые. На ножки стройные, на щечки персика. Ну, в общем, не суть, иду такой дальше. И вижу, вдруг стоит такой огромный... Хватит, доктор! Почему, когда кто-то при мне что-то рассказывает, я все время это изображаю? Вы что, действительно все изображаете? Все! Вообще все? Да абсолютно! Так я недорассказал. Подходит ко мне такой мужик с бородой и выходит на улицу из моего кабинета, идет на стоянку и на серебристом Лексусе гвоздем царапает. Что вы делаете? Врач-козел. Главврач-козел. Доктор Скачков. Придурок, фамилию-то мою зачем подписал? Спасибо. Спасибо. Необычный юмор такой вот из Самары. Вот они 12 тысяч. Наши судьи, Володя, работают сегодня под девизом «Да не оскудеет рука дающего» 24. В банке 132 тысячи рублей, на сцене Костя Пушкин, ухта! Добрый вечер. Сегодня я вам расскажу о необычной любви необычных людей. Маша и Сережа. Маша родилась в год лошади и, как выяснилось, годам к 16 не случайно. Сережа родился в год петуха и, как выяснилось, годам к 30 случайно. Но случайно не считается. Он рос пугливым ребенком, его пугало все, что двигалось. А все, что не двигалось, он двигал, и оно пугало его. Маша росла настоящей женщиной. Уже в грудном возрасте она имитировала храп во время сказки на ночь. Сережа тоже рос мужчиной. Однажды в детстве, когда Сережа гулял по парку, на него напали хулиганы и отобрали деньги и кастет, который он брал, чтобы не отобрали деньги.
Больше он никогда не брал с собой кастет, чтобы не отобрали. Когда он первый раз попробовал траву, его не зацепило. А когда первый раз он ждал трамвай на остановке, его зацепило. Маша очень любила петь. Ее рекорд около 35 в месяц. Однажды Маша попробовала смешать водку с пивом. В этот же день она забеременела. Выяснить, кто отец, оказалось непросто. Ребенок был похож на Машу. Шли годы, шли роды. Когда они встретились, на улице шел дождь. Говоря иначе, на улице шел дождь, когда они встретились. Родители Сережи были против свадьбы. Но когда они встретились с Машей, они развелись. В свадебное путешествие Сережа и Маша поехали в Ашан. Это была любовь. Он мог часами смотреть, как Маша красится, но Маша почему-то не красилась. Чтобы не потолстеть, Маша начала бегать. Через неделю, чтобы не бегать, Маша потолстела. Как-то раз Сережа уехал в командировку. Каждый день он звонил Маше и просил кинуть денег на телефон. Маша этого не делала, и через неделю звонки прекратились. Они жили долго, и сейчас я закончу. Спасибо. Спасибо. А литературный опус, да еще и с юмором. Айда Пушкин, айда... Чей там сын? Аплодисменты ему за 36. В банке 168 тысяч рублей. Первый раунд закончен, всем спасибо. Решили бегать по утрам, чтобы у вас была хорошая фигура? Предлагаю начать с того, чтобы под утро возвращаться домой. Реклама на ТНТ. Совсем обеднел, нечего положить в холодильник. Напиши об этом шутку, пришли нам, выиграй денег, и, возможно, уже завтра в твоем холодильнике окажутся деньги. Второй раунд, участники на сцену, Владимир Правило. Ну что ж, для второго раунда мы берем шутки, присланные телезрителями. И для того, чтобы они оказались в эфире, важная информация для вас, дорогие мои. Шутки не должны строиться по принципу вопрос-ответ, содержать нецензурную лексику, а также являться антирекламой брендов. Не присылайте нам шутки из интернета, радио и других юмористических программ. Только свое собственное творчество исключительно. В банке сейчас 168 тысяч рублей, а это значит, что цена шутки, Михаил... 28 тысяч! 28 тысяч рублей цена одной шутки. Немалые деньги. Второй раунд! Напоминаю, господа слушатели, зрители, в этой папочке находятся шутки, которые придумал не я. Поэтому за качество юмора не отвечаем. А вы отвечаете за качество своего юмора. Причем первый ответ идет в зачет, все остальные ответы так, ради набора собственных баллов и искусства. Итак, поехали. Нам пишет Ася. Тетя Ася приехала и к нам. У вас дурацкое имя? Да. Или как-то, ну, вполне себе, понимаешь? Такие должны быть. И будет. Аплодисменты! У тебя есть еще то, что ты ему даешь? У вас дурацкое имя? Зато клевое вымя. У вас дурацкое имя? Ваши одноклассники скажут вам спасибо, ведь вам не нужно придумывать кличку. Константин. Да, Паша. Помогите нам решить проблему. Все просто. У вас дурацкое имя? Ничего страшного, паспорт останется у нас. Будешь Анжелой. У вас дурацкое имя? И сына зовут Филипп, у него все хорошо. Итак, внимание, против вас играет Ася.
У вас дурацкое имя? Отомстите миру. Пусть у ваших детей будет дурацкое отчество. Ну вот вы знаете, деньги отправляются телезрителю. В банке 140 тысяч рублей. А 28 тысяч отправляются тебе, телезритель. Эти аплодисменты тоже, как видите, у нас все по-честному. Забирай свое бабло, раз ты лучше. Нам пишет Манья71. В Японии состоялся самый массовый турнир по сумо. А вот у нас, кстати, борцы здесь присутствуют. А, Владимир, вы когда-нибудь пытались заниматься сумо? Или... В 78-м году я выиграл экспериментальный чемпионат «Динамо» по сумо, будучи самым легким участником. Турчинский сумоист, не могу. А волю сумоист ты можешь. А волю сумоист вообще не могу. Ты весишь, как вот эта повязка у них. Как вот эта повязка? Да. Ну, слава богу, функцию у меня получишь. Да. Ответ, который пойдет в зачет. В Японии состоялся самый массовый турнир по сумо. Из космоса это выглядело как тарелка с пельменями. В Японии состоялся самый массовый турнир по сумо. Победитель радостно подпрыгнул и всколыхнул Китай. В Японии состоялся самый массовый турнир по сумо. Япония до сих пор проветривается. Итак, ответ телезрителя. В Японии состоялся самый массовый турнир по сумо. Масса составила 7 тысяч тонн. Деньги остаются в банке. Спасибо. Супер. В банке 140 тысяч рублей. Спасибо, Владимир. Едем дальше. О чем ты говоришь? Нам пишет некто Рудольф. Вся наша жизнь – игра. Поехали. Вся наша жизнь – игра. Получается, секс – это бонус. Вся наша жизнь – игра. Тетрис. Главное – удачно под кого-то лечь. Илья Соболев, 2 месяца в Москве, квартира, машина. Продано в Красноярске. Я на Пашкина езжу. Вся наша жизнь – игра. Поэтому, прежде чем ехать в Южное Бутово, сохранитесь. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы решаем одну проблему. Оказывается, вся наша жизнь – игра. Чем дольше играешь, тем больше долги. Вся наша жизнь – игра. Но когда бьешься головой об кирпич, оттуда жетончик не выпрыгивает. Итак, Рудольф. Вся наша жизнь – игра. А когда выпьем – пошаговая стратегия. Павел, когда слышу слово «секс», не могу сказать, что это неправильный ответ. Поэтому я считаю, что банк остается на месте. Спасибо большое, спасибо. Я знал. Тем более на меня так давили мои партнеры-мужчины, конечно, вот в моральном плане, что я, опять же, не смогла прогнуться. Юлечка, вы простите, пожалуйста, вы сказали одну мысль, в которой были слова «секс», «мои партнеры-мужчины» и «прогнуться». На монтаже сделайте классно. В банке 140 тысяч рублей. Пишет нам некто под псевдонимом Чех. Есть подозрение, что домофонные компании... Ответ, который пойдет в зачет. Братья Карамазовы. Есть подозрение, что домофонные компании... экономят на рингтонах. Есть такое подозрение. Есть подозрение, что домофонные компании... Убили Кеннеди? Ну, это так, подозрение. Понял, как подозрение принимается. Секс-символ всех 12-летних со своим ответом. Есть подозрение, что домофонные компании... Суд в подъездах, где установлены их домофоны.
Есть подозрение, что домофонные компании помогли Турчинскому накачать пальцы. Итак, телезрители, отвечали братья Карамазовы. Есть подозрение, что домофонные компании сами гадят по подъездам. Деньги остаются в банке. В банке 140 тысяч рублей. Нам пишет верный дружок. А, нет, тут даже по-другому. Вечный дружок. После праздника наступает момент, когда у всех появляются срочные неотложные дела. Юлечка, у вас есть какой-нибудь любимый праздник? В этом году мне очень понравился праздник, посвященный любви, верности и семье. Это когда это он? Павел, вы не знаете? Я нет. Зайдите ко мне после, я вам все расскажу. Хорошо, я зайду к вам, расскажите мне про любовь, верность. О чем конкретно вы хотите поговорить, Паша? О любви, о верности или так? Я бы хотел поговорить о любви. Если все пойдет хорошо, дойдем и до верности. А там уж и семья недалеко. Итак, Денис Косяков отвечает. Ответ идет в зачет. После праздника наступает момент, когда у всех появляются срочные, неотложные дела. Например, до закрытия аптеки успеть купить тест. Вот я ушел, вот я вернулся, да. Еще один ответ? Да, я быстро мыслю. Хорошо. После праздника наступает момент, когда у всех появляются срочные, неотложные дела. Но решение у всех одно. Да ну их нах завтра. После праздника наступает момент, когда у всех появляются срочные, неотложные дела. Поэтому в нашей стране есть традиция никогда не заканчивать праздник. Итак, ответ нашего телезрителя. Денис, против тебя соревнуется вечный дружок. После праздника наступает момент, когда у всех появляются срочные, неотложные дела. Именно тогда решается вопрос о том, кто будет мыть посуду. Вы как понимаете, все сегодняшние мои ответы, они очень интуитивные. Мне показалось, что тест в этой ситуации важнее. В банке 140 тысяч рублей. Нам пишет Скарлетт. Работниками милиции девушка была застигнута врасплох. Костя Пушкин. Работниками милиции девушка была застигнута врасплох. Она ела после шести. Работниками милиции девушка была застигнута врасплох. Смотрите на DVD. Елена Беркова и стражи порядка. А теперь Скарлетт со своим вариантом. Работниками милиции девушка была застигнута врасплох. Их удивлению не было предела, когда в ее сумочке обнаружили порядок. Итак, Константин Пушкин против Скарлетт. Пожалуйста, Гриш. Мы деньги оставляем, естественно. В банке 140 тысяч рублей. Твоя девушка говорит тебе, что ей не хватает общения? Да нет проблем. Подари ей GPS-навигатор. Направо, налево, налево. Реклама на ТНТ. На! MP3-плеер за 3 месяца работы в Макдональдсе или за 1 минуту целый большой домашний кинотеатр в убойной лиге. Выбирать тебе. Третий раунд, Володя, правила. Это один из самых интересных раундов нашей программы, ибо персонаж и место, в котором он оказался, выбирают зрители, находящиеся в зале. А гладиаторы сами на себя делают ставки, максимальный размер которой равен 36 тысячам рублей. Хорошо шутят, зарабатывают деньги, плохо теряют их. Третий раунд! Третий раунд! Поехали! Ставки, ребяточки, пожалуйста.
постановка? 29 тысяч! Не верю! 30 тысяч! Не верю! Но ставь. 30 тысяч. Принимается. Итак, кого бы вы хотели увидеть на сцене? Сальвадор Дали. Здравствуйте, вы москвичка? Нет? Из какого города? Чебоксары. А столица искусства, город Чебоксары, прислал нам своего гонца. Слушайте, ну, Сальвадор Дали просто само по себе, может быть, какие-то рисунки, а просто художество вас не устроит? Или разные художники? Или давайте так, чтобы всем, чтобы в Чебоксарах нас поняли все, чтобы красивые тоже могли выступать в этой теме. А, покажите нам рисунки. Но рисунки не на мольберте, не где-то, а так, чтобы быть ближе к народу, рисунки на асфальте. Потому что на асфальте может рисовать кто угодно. Даже чебоксарец. Даже чебоксарец. Рисунки на асфальте. Запомнили? Поехали. Мы решили перерисовать. Черт, у меня дело. Так просто. Поехали. В общем, рисунки на асфальте на Ленинградском шоссе. А что это у нас Анжелочка нарисовала такое? Я нарисовала свою мечту. А что это? Паспорт. Ага. Дети есть, да? Да. Военнообязанная. Ой. А что это у нас Анжелочка не намечтала прописку? Ну вот, ну еще на годик тогда, Анжелочка, еще на годик. Случай в семье, дочка хвастается маме. Мам, мам, иди сюда. Что случилось, дочка? Смотри. Что? Сережка меня любит. Ой. Он написал на асфальте. Ой, что написал? Оля, я тебя люб... И клякса красная. Это почему? А там уже встречка пошла. А, вот. А конкурс рисунков на асфальте для детей государственных чиновников. Алло? Папа, папа! Да, доча? Я выиграла конкурс рисунка на асфальте! Ой, какая ты молодец! А что ты нарисовала? А ты выгляни в окошко! Единая Россия! Молодец! Уважаемые пассажиры! Наш полет проходит на высоте 10 тысяч метров. Приятного полета. Умница, дочь, умница. Хороший рисуночек. Отличный. Конкурс рисунков на асфальте. Что ты плачешь, Аленушка? Мой братец Иванушка в речушке утоп. Ну а что ты ревешь? Это ж сольный конкурс. Можно по одному? Вот. Все на том же конкурсе. Сом трону сердо и стекло слага. Я победитель. А рисунок на асфальте. Так, Женечка, а что ты рисуешь у нас тут? Зебру. Зебру. А почему Женечка решила нарисовать зебру? Да меня здесь чуть два раза не сбили уже. А. Знатоки юмора принимают решение закончить этот раунд. Ну, в смысле, часть этого раунда. Самое начало. Конечно, не дай бог, сказали бы 31 и все. Но 30, ладно. Ставка сыграла. Маме 170 тысяч рублей. Ставка. 25. Принимает. Владимир принимает. А мы с вами принимаем решение. Господа судьи, кстати, тоже можете поучаствовать, чтобы понять, что все на этой сцене действительно в реалии происходит. Кого бы вы хотели увидеть на сцене? Я бы хотела увидеть полный состав группы «Блестящий» на сцене.
Может быть, набор в группы? Кастинги, да, в группы. Как они проходят? Друзья, кастинг всем нравится? Давай. Покажите нам все виды кастингов с учетом того, что у нас в жюри есть Юля. Хотелось бы увидеть, как она попала в группу «Блестящие». Юлечка, а расскажи, пожалуйста, просто всем интересно, как это было, когда вас набирали в группу в 72-м году. Я попала сначала на кастинг в балет группы «Блестящие». Так. Прошла его успешно. И потом... И на радостях запела. Нет, дорогой, мы запела я раньше. Свидание. Спасибо, не очень интересно. 25 тысяч остаются у нас. Необычный кастинг, объяви. Не, почему? Сказать куда. А, да-да-да, кастинг. Ну да, кастинг действительно необычный. Кастинг в алфавит. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам У или Я не нужны? Ой, вы знаете, у нас уже этих У, Я уже... Может быть, F? А можно всех посмотреть? Ч, С, Т, Ж! Вот, 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 туда и идите. Ж! Кастинг на роль ведущего убойной лиги. Следующий. Эй, ты смелый, ты уверенный в себе. Не, я посыплюсь. Следующий. Чё ты? Не, это слишком подонок, нужно что-то среднее. О, парень на бордюре, хочешь повести программу? Есть. О, парень на бордюре, хочешь повести программу? С удовольствием, дяденька, только я не один, со мной нахлебник. Да-да-да, сначала танцуешь. Ага. Не, он скажет следующий, ты зайдешь. Я начну танцевать. Кастинг на... Вот танцовку на Евровидении. Ой-ой-ой-ой. Давайте, заходите там. Заходите, заходите. Прошу. Believe me. Плохо. Идите. Следующий, так. Ага. Ну, давайте попробуем. Believe me. Все плохо. Следующий. А нельзя побыстрее, у меня уже ноги примерзли. Эдвин, вы можете вообще заткнуться? Сейчас певца подберем, вы вообще на скрипке будете играть. Итак. Кастинг в морг. Я даже не делаю. Так, вы нет. Вы нет. А вы да. Вот дерьмо, тут все куплено нафиг. Закончили, друзья. Была сделана ставка, господа судьи, что с ней? Красивые, конечно, красивые, но в нашем конкурсе нужно быть смешными, поэтому мы... К сожалению, не отдаем вам 25 тысяч. А забираем. А мы забираем себе в копилочку. Оставляем себе в банке 145 тысяч рублей ставка. Ставочка, господа. Наша ставка 30 тысяч рублей. Принимается. 30 тысяч рублей на кону. Пожалуйста, друзья, что или, может быть, кого, явление какое-то хотите вы увидеть? Борец сумо, да, наша сегодняшняя драка. Вот драка и борец сумо уже близко, хорошо. А драка где? Развод, вы говорите? Свадьба, правильно. Развод бывает после чего? После драки на свадьбе, да? После свадьбы он бывает. Да после свадьбы, да, иногда бывает даже прям сразу. А если была драка на свадьбе, то точно. Но, друзья, кроме драки... На свадьбе может произойти много чего. Поэтому покажите нам просто происшествие, случай. Вот. ЧП на свадьбе. Поехали.
ЧП на свадьбе. Тамада, жених. Ну что ж, дорогие друзья. Я тебя просил этого не делать. Я тебе сказал, любые конкурсы, но только не. Я тебя просил этого я не делать. Я 25 лет. Что у нас меняет? Любые туалетную бумагу, туалет, шарики, эти ниточки в бутылку, но только туфлю не кради. Просил этого не делать. Просил туфлю не красть. Просил или нет? Дай сюда туфлю. И протез дай. Дорогая. Ну что ж, а теперь объявляется первый танец молодых. Помню одну замечательную свадьбу. Так-так. Где брат жены отоварил отца мужа. Вот свадьба, нормально. Свадьба была борцовская. А. Ресторан был разрушен. Дрались умывальниками, почему выворачивали. На самом деле, да, удивительная русская традиция драки на свадьбах. Давайте подробнее. А, тамада! Итак, дорогие друзья, вот мы и подошли к этой замечательной традиции. У нас похитили невесту. Более того, похитители уже прислали конверт с ухом невесты и заявили, что будут присылать по части ее тела каждые 15 минут. По моим подсчетам, где-то через 3-4 часа она снова будет с нами. А пока продолжаем пить! ЧП на свадьбе, а молодожены запускают голубей в небо. Дорогая, давай отпустим наших замечательных голубей в небо. Сука, кольцо украли. А? Еще одно ЧП на свадьбе. Теперь с гостями. А, да. Вот, и не говорите, по-моему. Да, ну, нос тут самый главный, очень ужасный. Ребята, невеста-то, по-моему, шалала. Молодой человек, вы немного ошиблись. Это стол родственников невесты, здесь обсуждают, какой жених мудак. А, мне туда. Так вот, женишок. Вообще, да. Давайте вместе хоть раз объединимся. Буквально несколько минут до объявления молодоженов мужем и женой. Комната жениха. Во, отлично выглядишь, шикарно. Привет, слушай, поздравляю. Красавица, девчонки, смотри, замечательно. Супер. Молодец, решился наконец-то. Яблоки. Что? Володька первый. Володь, вы же нос сломаешь потом нам, если что. Слушай, Володь, только давай на свадьбе не будет вот этих вот конкурсов. Перетяни самолет зубами вот это вот, ладно? Кирпичи ломать. Ну, их надоело. Итак, а давайте первый. Слушай, по бабам. По бабам. Юмор. Первый подарок для тебя. Первый подарок для тебя. Поехали, и сюрприз. Стриптиз. Ну, I wanna be loved by you, just you. По-моему, она сосёт что-то. Она скромная. А пупиду пушки. Это не она. Итак, любимая. Или ты мальчик? Сейчас уже не важно. Куда ты? Ну, все, куда мы идем? Пойдем, вот. Пойдем. Совет да любовь! Горько! Аплодисменты, друзья! Так заканчивается любой мальчишник! ЧП на свадьбе было разыграно! Но на самом деле тема благодарная, безусловно, конечно же. Ну и плюс, конечно, супер невеста, само собой, и голуби бесты вообще. Я прям... невеста был. Но все остается в банке. Ставка сыграла, Владимир. Какая итоговая сумма? 175 000 рублей. Отлично! 175 000 рублей. Кому достанутся эти деньги, все зависит только от вас, господа судьи. Ну, вы знаете, у нас практически нет сомнений. Сегодня весь банк получают те, кто лучше всех прошел от начала до конца игры. А это дуэт «Красивые» и Денис Косяков. Аплодисменты, крики «Браво! Ура! Молодцы, ребята!» Вот их заслуженные деньги. Поздравляем победителей. Проигравшие отправятся
домой на маршрутке. А победитель теперь имеет сам свою собственную маршрутку. Павел Воля, Владимир Турчинский. Это была «Убойная лига». Всем пока!